Барана — ротационная БРК новосибирского производителя «Агроиндустрия» – это орудие эффективной почвообработки и влагосбережения, не имеющее зарубежных аналогов. Барана ротационная кольцевая, в отличие от дисковых барон, удаляет до 98% сорняков без подрезания вместе с корневой системой методом вычесывания. Многие хозяйства России и Казахстана, пользуясь данным агрегатом, полностью отказались от химпрополки. Кольцевая барана была разработана специально для засушливых почв России и Казахстана. Барана создает сверху около 5 см мульчирующий слой, а под ним уплотненный влагоудерживающий слой, за счет чего сохраняет влагу дольше на 2 недели. Сегодня 27 июля 2021 года, и мы находимся на поле фермерского хозяйства Галеева Каныс Кенжетаевича. Каныс Кенжетаевич, скажите, пожалуйста, какие агротехнические операции вы проводите данной бараной? Да, в данное время, вот сегодня 27 июля, провожу паровое поле, обработку ротационной бараной. А сколько вы гектар делаете примерно? Ну, примерно я весной, это было весной, предпосевную обработку делал, гектары не считаю. Ну, так я думаю, вот где-то самый больший гектар 40 могу сделать. Сегодня за смену. По расходу топлива можете сказать? По расходу топлива трактор Lowell китайский, он где-то за смену за 8, за 10 часов 160 литров. Вот так производит. При полной работе. Эффективна ли барана в борьбе с пиреем? Самый вот злостный сорняк у нас пирей. Я из-за этого пирея и овсюга приобрел эту барану. И вот сейчас в данное время эффект отличный, вот даже на поле видно его, вот корни все наверху, прямо видно, это как если снимает камеру, и вырывает всю мелкую траву, вообще незначимо вырывает, ну все, вырывает траву. Орудие принципиально новое, а были какие-нибудь сложности? Нет, по орудию сложностей не было никаких, орудие нравится. Подшипники, многотычники, не мажутся. Ступицы, например, помазал, я так думаю, пускай даже плотно помазал, даже на год хватит, по моим полям. Рекомендовали бы вы ворону другим хозяйствам? Ну, конечно, рекомендовал бы. Он, во-первых, вот паханное поле, он его выравнивает. Вот видно, даже наглядный пример, вот, и это, вырывает траву, и комки разбивает, все мульчит, сверху мульча. Вот она наглядно все видно. Лично для меня я никому не навязываю, но мне эта барана нравится. Пользуясь данным агрегатом, можно ли отказаться от химпрополки или существенно сократить ее? Ну, по моему мнению, можно. Если вот какие затраты уходят на химпрополку, это гербициды. А так это вот пирей, он вырывает прямо, вот видно наглядный пример, с корнем. Вот, видите? И я на следующий год, ну, думаю, уже пирей исчезнет. Вот наглядный пример, вот, пожалуйста, вот с корнем, прямо корни вот белые, это чисто пирей. Вот пирей вырывает его прямо. Вот он. Видно. Вот, пожалуйста, вот венок. Это для него вообще пыль, вот так честно говоря. Вот наглядный пример, вот 4 года вот тоже, вот соседнее поле, химпрополку он провел, ну мне, например, это как-то так бы было больше затрат, так я думаю, уйдет на это. А я вот сейчас 2 раза пройду за сезон, за осень на уборке, и все будет, мы сейчас готовы к весне, весной раз еще обработаем.